Федеральное законодательство последовательно вносит ограничения в сфере торговли алкогольной продукцией. Однако пресечь продажу спиртных напитков вблизи образовательных организаций удается не всегда. Как правило, зачастую спиртное продается в небольших магазинах, владельцы которых стараются любым способом получить прибыль. Подобные факты вызывают обоснованное недовольство населения. Так, по многочисленным обращениям местных жителей в окружную администрацию по поводу продажи алкогольной продукции вблизи образовательного учреждения в одном из магазинов на улице маршала Крылова сотрудники полиции и прокуратуры организовали совместную проверку. Нарушение требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет административную ответственность по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Штраф на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкоголя и спиртосодержащей продукции или без таковой. На юридических лиц от 100 до 300 тысяч. В ходе рейда сотрудник прокуратуры произвел замеры специальным прибором и определил расстояние до ворот школы. В связи с поступившим обращением жителей города Одинцово городской прокуратурой совместно с сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу проведена проверка в отношении торгового объекта, осуществляющего деятельность по реализации алкогольной продукции вблизи образовательного учреждения. В ходе проверки установлено, что указанная организация располагается на расстоянии менее 100 метров от входа на территорию школы, что нарушает требования федерального законодательства. По результатам проверки городской прокуратуры будет приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений. По итогам рейда был составлен протокол. Теперь магазину придется заплатить штраф. Алкогольную продукцию конфискуют. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».